10 октября в России отмечается День работников сельского хозяйства. В канун праздника в Нарьян-Маре состоялось торжественное вручение наград тем, кто трудится на благо аграрно-промышленного комплекса нашего региона. Так, звание «Почетный работник сельского хозяйства Ненецкого автономного округа» присвоили Борису Каструшину, инженеру-энергетику тепличного комбината «Солнышко». Тему продолжит Алина Ваучейская. Каждый день в 7:30 утра в котельной тепличного комбината «Солнышко» появляется Борис Каструшин. Рабочая смена инженера начинается с обхода главного энергетического узла. Борис Васильевич проверяет показания приборов, работу оборудования. Если есть какие-то неполадки, вместе с коллегами оперативно приступает к их устранению. Мы – это самый тепличный комбинат. А на тепличном комбинате, если пару часов уже не будет определенной температуры, вот именно заданной, то растения уже могут погибнуть. Поэтому это как считается сердце предприятия. Значит, я должен обеспечить так, чтобы там была постоянная температура, согласно заданного графика. На тепличном комбинате «Солнышко» уроженец Великовисочного Борис Каструшин трудится уже 16 лет. Общий же стаж инженера-энергетика – 52 года. Получив образование судового механика-дизелиста в 1961 году, он по распределению попал в Нарьян-Марский рыбокомбинат. Работал там до 2004-го, пока не закрыли предприятие. С рыбной отрасли на цветочную перестроиться было хоть и непросто, но Борис Васильевич справился и никогда даже не задумывался покинуть родной Ненецкий округ. Здесь родился, как говорится, я любил и да и люблю до сих пор заниматься рыбалкой, охотой, лесом, сбором ягод, грибов, прочее самое. А здесь, как говорится, на севере, это где-то для этого создано здесь раздолье. А что там я не видел в России? Каждый день встаю и думаю, все, последний день иду на работу. Но с другой стороны, приходишь на работу и видишь, что нужен он самое, ну и, как говорится, продолжаешь дальше так вот работать. Сегодня Борис Каструшин отвечает за техническое обеспечение, бесперебойное снабжение комбината теплом, электроэнергией и водой. У коллег инженер-энергетик с полувековым стажем на хорошем счету. Технарь до мозга костей, да, очень ответственный, очень тщательно продумывающий какие-то решения. Вот. Он пользуется, конечно, уважением и авторитетом, поскольку он старший технарь здесь. У нас ведь бывает в технической службе и аварийные ситуации. И что бы ни случилось, вот по первому звонку, будь это день, ночь, будь это выходные, праздничные дни, Борис Васильевич моментально собирается, приезжает, решает задачи. Сегодня Борису Каструшину вручили заслуженную награду. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса инженер-энергетик удостоен звания «Почетный работник сельского хозяйства Ненецкого автономного округа». Вручение знака состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На церемонии также наградили председателя СПК «ХАРП» Надежды Каневой за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд, присвоили звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Алина Ваучейская, Леонид Шишилов и Владислав Носкин, телеканал «Север».